В Алматинской области состоялось яркое и весьма масштабное патриотическое мероприятие «Тугурлы-Туум», посвященное Дню государственных символов Республики Казахстан. Празднование началось в селе Утегин-Батыр и завершилось в областном центре городе Кунаев. В честь праздника военнослужащие десантных войск совершили прыжки с парашютом, развивая государственный флаг в небе над областным центром. Кроме того, также государственный символ размером 15 на 30 метров был развернут на центральной площади областного центра. Подробнее о торжественном мероприятии расскажет моя коллега Айсулу Жандосова. Организовали столь масштабное мероприятие КГУ «Коғамдық келісім және даму орталығы» Алматинской области совместно с Управлением образования, культуры, архивов и документации, а также военнослужащими Кунаевского гарнизона. Тут принимают участие также представители этнокультурных центров, члены совета аксакалов и матерей. Все мы очень старались организовать яркий и запоминающийся праздник. Начиная с села Утегин-Батыр и до самого города Кунаев, мотоциклисты, прикрепив государственный флаг, организовали парад. А десантники воинских частей Кунаевского гарнизона развернули государственный флаг не только на земле, но и в небе над городом. Алматинская область – одна из самых многонациональных. Здесь проживают представители более 100 этносов. А потому в праздновании знаменательного дня приняли участие не только молодежь, но и члены Ассамблеи народа Казахстана, руководители этнокультурных центров и других мультикультурных коллективов. С праздником! Пусть живое все живет, а прекрасное сверкает. Пусть плохое все уйдет, и Казахстан наш расцветает. Так что алга, Казахстан! Мы все дружной семьей здесь живем. Спасибо Ассамблее народа Казахстана за такой праздник. Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна. Отметим, что гимн исполнили порядка 300 учащихся городских школ областного центра, а государственный флаг размером 15 на 30 метров держали более 100 солдат военной части 32-363 Кунаевского гарнизона. В данном мероприятии 35-я гвардейская десантно-штурмовая бригада участвовала около 150 военнослужащих. Данное мероприятие является очень важным для наших десантников. Также наши воины-десантники всегда готовы выполнить задачу. Все любые мероприятия мы берем свой флаг с собой. Также не забываем герб своей страны, гимн нашей страны. И ежедневно начинаем свое любое мероприятие с исполнения гимна, также с поднятием государственного флага. Посетил празднование заместитель акима Алматинской области Нурлан Абдрахым. Он не только поздравил жителей и гостей областного центра с праздником, а также наградил представителей департамента по чрезвычайным ситуациям, оказавших содействие и помощь пострадавшим от паводков, а также спортсменов нашей области, прославивших нашу страну на мировых аренах. Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментының өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі мекемесінің ақпараттандыру. Кроме того, в рамках мероприятия фольклорный этнографический ансамбль «Кулансас» исполнил патриотическую песню «Көк тудың желбірегені», а участники группы президентского оркестра «Абырой» представили публике патриотическую песню «Рух». Военнослужащие десантно-штурмовых бригад Кунаевского гарнизона развернули государственный флаг размером 15 на 30 метров не только на городской площади, но и в небе над городским пляжем, что вызвало восторг присутствующих. Вместе с тем особый интерес вызвал парад мотоциклистов из 30 байкеров, которые проехались с государственным флагом с села Утегин-Батыр Илийского района до центральной площади города Кунаев. В целом мероприятие подарило неописуемые эмоции всем присутствующим, особенно самым маленьким гражданам Казахстана. Поздравляю всех с Днем национальных символов. Поздравляю всех с Днем национальных символов. Поздравляю всех соотечественников с сегодняшним праздником, с национальным Днем символов. Желаю нам голубого неба, всего самого хорошего, всем в первую очередь здоровья. Я очень горжусь тем, что родилась в Казахстане, что это является моей родиной. В целом по области в этот день проведено более 300 мероприятий, в которых приняли участие более 23 тысяч человек. В каждом районе проводились торжественные мероприятия с поднятием флага и исполнением гимна. Отпраздновали знаменательный день и жители Уйгурского района. В селе Шунджо прошло праздничное мероприятие с участием творческих коллективов района. Айслу Жандосова, Абзал Иманали, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.